Госсекретарь США Энтони Блинкен глубоко разочарован решением суда об условном освобождении армянского террориста Хампинга Сасуняна, убившего в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана. Соединенные Штаты всегда считали безопасность дипломатов приоритетным вопросом и выступали за максимально жестокое наказание причастных к подобным преступлениям. «Мы выступаем против условных освобождений. Угроза в адрес дипломата – это не только серьезное преступление, но и угроза дипломатии в целом», говорится в письменном заявлении госсекретаря. Блинкен вновь выразил соболезнования родным и близким убитого турецкого дипломата и Министерству иностранных дел Турции. Ранее МИД Турции решительно осудил решение Верховного суда Лос-Анджелеса об условном освобождении армянского убийцы Кемаля Арыкана. Хампинг Сасунян и его сообщник Рикор Салиба 28 января 1982 года застрелили турецкого дипломата в его машине в Лос-Анджелесе. Сасунян был приговорен судом к пожизненному заключению, а сбежавший Салиба был убит в том же году в ходе конфликта в Ливане. Сасунян содержался в тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния. По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом. Благодаря вмешательству МИД Турции, американский суд отклонял все ходатайства террориста.